Всем привет, у микрофона Веля. В этом видео я соберу инвентарь синего цвета. Нет, синий не потому что рарки, а реально скины синего цвета, так как синий почти мой самый любимый цвет. А пока что поставьте лайк и напишите 3 комментария, и тогда шанс выпадения крутых скинов из боксов и кейсов увеличивается в 5 раз. Не веришь? А вот эти ребята проверили и гоняют с крутыми скинами. Попробуй ты. Многие спросят меня: Веля, откуда у тебя такой инвентарь? А я им скажу, что 1xbet спонсор этого видео. Там большие выигрыши. Быстрые выплаты – это самый надежный сервис. А также там не только спортивные рубрики, но и киберспорт. При регистрации и первом депозите 1xbet дарит бонус на 6500 рублей по моему промокоду. Промокод и ссылка в закрепе в комментариях. А мы погнали к ролику. Театр начинается с вешалки, каточка в стенд оф 2 начинается с G22, и здесь без сомнений Frostwire. Синий пистолет с принтом ледяного феникса и цвета, которые прекрасно сочетаются. Синий, голубой, фиолетовый. А что насчет Desert Eagle? Для него я подобрал скин Dragon Glass. Черный пистолет, но бело-синее пламя на затворе прекрасно вписывается в наш синий инвентарь. Для MP7 я выбрал скин Аркада, и сейчас вы спросите: Веля, ну здесь же перемешка цветов. Конечно, в этом и есть стиль этого скина, но элементы синего цвета там присутствуют. Да, они еле-еле заметны, но это сочетание цветов, шаришь? Наш инвентарь должен быть не только синим, но и стильным. На Yum45 я нацепил скин Киберпанк. Да, там голубые вставки, без вопросов. Но голубой цвет — это оттенок синего, поэтому все по канону. Да и сам скин на фоне других скинов выглядит необычно, своим скайфай стилем. Очередь подошла к Фамасу, и тут скин Бигл спешит нам на помощь. Бело-синий-красный раскрас, да еще и надпись номер один покажет вашим противникам, кто здесь батя. За Бигл Фамасом идет Бигл М40. Тот же самый бело-синий-красный раскрас. Следующие стволы я объединю, потому что на них будет надет скин Некромансер. Один из самых любимых скинов. Боже, разработчики, нацепите Некромансер на АВМ, я буду безумно счастлив. Бело-синий-фиолетовый раскрас, череп и куча японских иероглифов. Даже на прицеле есть смайлик. 10 из 10. Вот очередь подошла и к ножам, и кто бы сомневался, керамбит Dragon Glass. Нож в виде драконьего когтя и лезвие драконье стекло. Это классика. Если вы последовали моим советам, поздравляю, теперь вы обладатель синего стильного инвентаря. А теперь давайте пооткрываем кейсы. А ребята, у нас остались 255, это уже, мы даже половину не открыли, пацаны, даже половину не открыли. Обязательно поставьте лайк на стрим, пацаны, обязательно. Вот если вы хотите вот еще такого контента, обязательно лайк на стрим. Все, кто поставит лайки, блин, ребята, огромное вам спасибо, честное слово. Огромное спасибо за поддержку, потому что мы на это потратили 20 тысяч рублей, надо как бы лайков накидать, да? Спасибо, ребятки. Итак. Мы все не можем разобраться с Origin кейсами, потому что их еще очень много, ребятки. Очень и очень много. Итак, открываем Origin кейс. Origin кейс, что ты нам принесешь? О, да ты что? Еще один Treasure Hunter? Так, я серьезно, у меня так сердце бьется, что такое чувство, что я сейчас в обморок упаду. Это просто что-то, еще один Treasure Hunter. Офигеть. Погнали дальше, погнали дальше. Открыть следующий кейс. Офигеть, Киберпанк или Пиксель, Пиксель статрековский, да. Отлично, статрековский Пиксель у нас в инвентаре, супер. Супер, мега, круто. Дальше у нас Origin кейс. Уже какой-то там 10-й, 20-й, 30-й. Даже может быть 40-й. Я хотел некромансер. Статрековский! Впервые, ребята, у меня статрековский P90. А я думал, их не существует. А они существуют? Круто, блин, очень круто. Чуваки, открыли 3 кейса. Итак, Treasure Hunter, статрековский гуль и статрековский АКР-12. Все, пошло-поехало, пошло-поехало. Значит, скоро нож. Скоро нож. Открываем дальше. Веля в поисках ножей. Так, 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 Pathfinder, Киберпанк. Нет, ладно, можно Феникс. И статрековский Феникс. Что? Статрековский Феникс, офигеть! Чуваки, вы на это посмотрите! Блин, так завозит, офигеть! Я прям в предвкушении следующего кейса.
Некромантер. Ну, не Pathfinder. Статрековский Pathfinder? Чуваки, мне все статрековские падают скины. Что? Вы просто на это посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Ладно, вот если так оно все пошло. А мне интересно, что выпадет в следующем кейсе. Мне кажется, я голос теряю. Все, все, Веля, соберись. Веля, ты делаешь историю. Веля, соберись. Фу. Не, никакой подкрутки, пацаны. Все, АВМ Феникс. Фух, аж коленка зачесалась. Так, давайте, Origin Case. Открываем. Ну, нож. Не, как бы, Treasure Hunter это хорошо, статрековский Hunter... Статрековский Treasure Hunter это просто отлично, а нож это великолепно, супер круто. Муа. Киберпанк? Некромансер? Нет, киберпанк, ладно. Ладно, эпики, это хорошо. Главное, чтоб не синьки. Открыть следующий Origin Madiva Case. Ух, это просто жестко. Только не Pathfinder Phoenix, может быть, статрековский? Нет. Стендов говорит, нет, я тебе и так выдал очень много, типа, клевых скинов. Даже Pathfinder мне выдал статрековский, офигеть. Вот это реально, это офигеть. Ну все. Сейчас я, может быть, чем-нибудь хрустню. Не хрустню. Открываем. Продолжаем открывать кейсы, ребята. Продолжаем открывать. Итак, снова Pathfinder. Снова Pathfinder? Ладно, очень странно. Пошли синьки, ребята, и мне что-то стало не по себе. Хотя Treasure Hunter все уже окупает, ну ладно. Открыть. Ну уже нож. Некромансер? Статрековский? Нет, просто обычный, ладно. Но некромансер я обожаю, серьезно. Это самый клевый скин на М... На что? На М4, да, очень клевый скин. Очень и очень клевый скин. Итак, Origin Case следующий, ребята. Ножи ждут меня. Они говорят, Веля, забери нас из кейса. Я такой, да, конечно. Статрековский. Обожаю открывать кейс, ребята, обожаю. А если и ты обожаешь такой контент, то поставь лайк на стриме. Мне будет приятно. Итак, погнали дальше открывать кейсы. Ну, Scratch был рядом, совсем чуть, вот просто писюлечка была. Ну ладно, легендарка, окей. Легендарка пойдет. Господи, а сколько у нас статрековских, офигеть, просто жирнющий окуп, господи. Еще некромансер? Супер, два некромансера подряд, кстати, заметили? Два некромансера подряд, блин, я... Я просто вот в шоке, я реально в шоке. Давайте еще кейс откроем. Открыть. Ой, нож прилетел. Ой, второй нож прилетел. Аркана прилетела. И мне выпало КР-12. Статрек. Супер. Статрек, они все офигеть, какие уникальные скины. Итак. Origin кейс, и дальше я пойду читать донатики. Открываем. Сколько ножей прилетело? Феникс. Не, только не Предатор. Да ладно. И не Статрековский? Но. Стендов. Итак, ребята. Уже... Сколько мы уже кейсов... много кейсов открыли. На этот раз нам выпал АКР Treasure Hunter. Boys and more.